Итак, всем огромный привет. С вами Максим, компания «Элитный Сочи». И вы меня спрашиваете: Максим, покажи нам готовый дом бизнес-класса, но у меня есть денег только 70 тысяч рублей за квадрат. И такой жилой комплекс появился. Этот жилой комплекс у нас идет с документами. Сейчас я покажу вам снаружи, хороший. Называется этот у нас жилой комплекс «Бочаров Маяк», «Бочаров Маяк 2». Итак, давайте посмотрим с вами все квартирки, что они себя здесь представляют. Сразу говорю, здесь проходит ипотека, в том числе и военная ипотека. Можно сразу заехать, здесь начать делать ремонт и комфортно жить. Итак, эта квартира у нас идет 70 квадратных метров. Мы сейчас находимся с вами на третьем этаже. На третьем этаже эти квартиры стоят 72 тысячи за квадрат. На втором этаже они стоят 69 тысяч рублей за квадратный метр. Цена этой квартиры, к примеру, на третьем этаже 5 миллионов. Опять же, это 70 квадратных метров. Давайте я вам покажу. Здесь у нас раз, два, три окна. Здесь у нас есть балкон. Здесь у нас уже есть отопление. Конечно, вид хотелось бы лучше, но в целом я видел видовые характеристики гораздо хуже. Мне кажется, гораздо приятнее смотреть на зелень, чем на соседний дом. Вот такая вот квартирка. Здесь у нас по низу у нас уже сделана вся разводка. Здесь есть у нас электричество, все есть. Еще раз повторюсь, дом сдан, дом у нас проходит под всевозможные ипотеки, и считаю, что довольно-таки неплохой вариант. Цена здесь, на этом этаже, получается по 72 тысячи рублей за квадратный метр. Следующая квартира, она идет угловая. Она идет у нас получается, у нас 74 квадратных метра. Само собой, здесь вот у нас есть санузел, да, вот здесь у нас место уже отгорожено, все как положено сделано. Ну и опять здесь уже раз окно, два окно, три окно, четыре окно, хотел сказать, четвертое окно. Соответственно, здесь все довольно-таки интересно сделано. Размер этой квартиры у нас идет 70 квадратов. И даже не 70 квадратов, идет 74 квадрата, извиняюсь, не учел балкон. И цена этой квартиры на втором этаже 5 миллионов 100, а вот на этом этаже 5 миллионов 300. Я считаю, что очень хорошая квартирка, легко ее распланировать в трехкомнатную. Если мы посмотрим вид с окна, то здесь у нас есть долгострой, который строится, зелень, ну и обзор на весь район, который называется у нас Новый Сочи. Еще раз вам покажу все. Отлично. Мы с вами сейчас переходим в следующую квартиру. Квартира у нас следующая идет 78 квадратных метров. Здесь у нас есть общий выход на балкончик. И вот такая вот квартирка. Да? Дом сейчас до ума уже доведут, прям немножко времени осталось. Но еще раз повторюсь, у нас идет основной договор. Вся сумма идет у нас в договоре, прописывается. Здесь у нас вот такую пробовали делать непонятную планировку. Ну, давайте все-таки посмотрим. Рядышком у нас Бочаров ручей 1. Там уже небольших квартир не осталось, там только большие квартиры. Поэтому эти квартиры будут хорошо пользоваться спросом. Цена этой квартиры у нас получается... Эта квартира у нас всего лишь 46 квадратных метров. И цена ее 3,5 миллиона рублей. Именно вот на этом этаже. Но здесь уже цена идет 76 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь получается такая типовая однокомнатная квартира. Да? Здесь у нас будет зал. Здесь у нас будет, например, кухня большая. Ну, либо можно еще как-нибудь разделить на ваше усмотрение. Ой, извиняюсь, нет, извиняюсь, ошибся немножко. Эта квартира у нас 75 квадратных метров, 75. Следующая квартира, как раз у нас, она идет у нас, 14-я квартира, она идет как раз у нас вот 46 квадратов. Здесь у нас на входе нас встречает санузел. Здесь у нас жилая комната. Ну и здесь у нас кухня. Вот это как раз и есть типовая однокомнатная квартира. Цена этой квартиры на третьем этаже всего лишь 3,5 миллиона рублей. Это дом сдан, это вся сумма в договоре, это у нас ипотека. В общем, хороший, классный вариант. Следующая квартира у нас идет 15-я. Мы находимся с вами на третьем этаже.
Размер этой квартиры 45 квадратов, и цена ее 3 миллиона 400 тысяч. Здесь у нас тоже есть на входе санузел. Хочу отметить, что здесь очень высокие потолки. Здесь у нас идет небольшая кухня. Ну и здесь у нас, конечно же, зал. Видовые характеристики, так скажем, не совсем такие хорошие, да. Но и цена за готовый дом, так же, как и цена в стройке в соседнем доме. Я считаю, что я бы, конечно, лучше взял бы вот здесь вот. Давайте посмотрим следующую квартирку. Следующая квартира — квартира номер 16. Квартира номер 16 на третьем этаже. Она у нас идет также 45 квадратных метров. И цена ее идет 3,5 миллиона рублей. Этажом ниже она стоит дешевле, этажом выше она стоит дороже. Здесь у нас уже есть хороший такой балкончик. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Балкон безопасный. Ну и основное достоинство, что здесь все-таки тишина. Давайте посмотрим сразу следующую квартиру. Я сразу вам говорю, это я вам показываю типовые квартиры. На втором, на третьем, на пятом, на пятнадцатом этаже. Они те же самые. У них ничего не меняется. Поэтому меняется у нас только цена. И здесь у нас квартира, как вы догадались, номер 17. И она у нас представляет собой 70 квадратных метров. И цена ее 5 миллионов 100 именно на этом этаже. Здесь у нас есть санузел. Да? Здесь у нас идет кухня. С кухней идет балкон. Здесь у нас одна комната. Я специально взял сегодня камеру, которая не искажает, которая передает реалити, как она есть. И здесь у нас вторая, да? Это у нас типовая двухкомнатная квартира. Цена 5 миллионов 100. Я считаю, что довольно-таки неплохое приобретение. Даже дешево неплохое, а хорошее. Теперь мы с вами посмотрим следующую квартиру. Следующая квартира у нас идет 18-я. Она идет у нас 50 квадратных метров. И цена ее 3 миллиона 700. Она идет угловая. Вот эта квартира, я могу поспорить на что угодно с любым из вас, эта квартира будет самая продаваемая. Почему? Потому что она угловая, угловые квартирки любят. С нее уже открывается у нас вид на море, даже с третьего этажа. Вот здесь у нас, смотрите, вот вид на море, да, и сидеть этажом повыше, блин, будет просто супер, будет классно. Здесь у нас хорошие дорогие коттеджи, которые уже не снесут, и рядышком ничего не построится. Ну и в целом здесь, да, дом есть, смотрите, да, вот соседний, но он находится довольно-таки далеко. А эти дома, они очень дорого стоят, с бассейнами и тому подобное. Поэтому 100% здесь уже никакая многоэтажка не вырастет. И эту квартиру, по большому счету, можно распланировать в две изолированные спальни и кухня. Вот здесь по логике, да, можно отделить, и получится такая хорошая спальня, в которой можно спокойно, там, не знаю, там, даже взрослому человеку спокойно можно переночевать. Здесь у нас получится еще одна комнатка. И вот здесь у нас получается кухня. Кухня с выходом на свой персональный, скажем, балкон. Эта квартира у нас идет размером 50 квадратов. Я думаю, что она будет самая популярная. Следующая квартира у нас 49 квадратных метров. Тоже стоит 3 миллиона 700 на этом этаже. В принципе, все то же самое. Она идет зеркальная. Здесь у нас идет санузел. Здесь у нас идет кухня. Да, и в целом тоже она будет пользоваться спросом. Но у нее видовые характеристики будут чуть-чуть похуже. Да, поэтому я бы отдал предпочтение вот рядышком, в соседней квартире. Чтобы вы понимали, соседняя у нас была квартира, это стояк 1Г. 1Г. Кто-то хочет купить дистанционно или еще что-нибудь. Ну и, конечно, давайте мы с вами посмотрим последнюю квартиру. А последняя квартира у нас идет тоже 50 квадратных метров, цена 3700. Но здесь это типовая однокомнатная квартира, да, типовая однушка. Угловые квартиры, конечно, в Сочи пользуются большим спросом. И здесь идет обратная сторона. Обратная сторона, здесь у нас все-таки идет вид на соседние дома. Здесь, если квартиру брать, то, конечно, этаж надо брать повыше. Хотя бы этаж 8-9. Ну вот, как бы так.
Теперь давайте поговорим, что же здесь происходит с парковками. Парковки здесь у нас тоже имеются, само собой разумеющиеся. Они стоят 1,5 миллиона рублей, но они крытые, и это даже не парковка, это полноценные гаражи, поэтому я их, конечно, вам тоже рекомендую. Можно здесь спокойно приобретать, и сейчас мы с вами спустимся, да, и посмотрим, что же они себе представляют. Смотрите, лифт, да, вот дом еще внутри, там до конца работы не сделано, но уже, в принципе, уже лифт работает. Лифт действительно бесшумный, хороший, интересный и тоже заслуживает немалого уважения, потому что мы знаем много сданных домов, да, в которых люди живут, но лифт там не работает. Ну, к примеру, не буду говорить примеры, потому что сейчас начнется. Значит так, вот здесь я сейчас хотел вам показать. Вот здесь у нас есть вот такие парковочные места. Вот смотрите, здесь, например, можно вот это место выкупить, поставить сюда ворота, и получится у вас не просто парковочное место, а получится полноценный гараж. Цена этого удовольствия всего лишь 1,5 миллиона рублей. И при том здесь парковочные места гораздо больше, чем у нас в том же самом, например, соседнем блоке. Здесь у нас по логике на две машины, на две... так скажем, два бокса. Здесь тоже можно поставить перегородку и закрыть. Застройщик, в принципе, не против. Давайте посмотрим все-таки, как выглядит у нас дом снаружи. Дом снаружи тоже у нас выглядит не просто хорошо, он выглядит достойно. Я могу сказать, что такая цена продержится недолго, потому что, еще раз повторюсь, 69 тысяч рублей за дом, да, за квартиру, это статус квартиры в первую очередь, строился со всеми разрешающими документами, никаких судов, ничего. И здесь у нас уже есть мини-маркет, да, и вот такой вот у нас красивый, высокий домик. Опять же, вы сейчас спросите, что еще хорошего в этом доме? А здесь наверху есть бассейн, вот так вот. Поэтому жильцы этого дома могут спокойно взять у нас и посещать бассейн. Это первое. Второе, здесь есть хорошая детская площадка, которая уже у нас функционирует. И это место тупиковое, поэтому здесь нету таких вот, скажем, машин, которые проезжают на новостройку, либо от стройки. Здесь территория уже облагорожена, здесь территория уже доработана. Еще раз повторюсь, цена 69 тысяч рублей за квадратный метр. Да вы нигде не сможете найти дом бизнес-класса именно по такой цене. Есть, конечно, небольшие минусы, есть, но это минусы, так скажем, они не такие существенные. Так как дом сам себя продает, то здесь, скорее всего, торговаться вряд ли получится, потому что здесь у нас, скажем, не очень большая комиссия для риэлтора, но в целом, этот объект не стыдно продавать, да? Вот у нас детская площадка, вот у нас своя электрическая подстанция, здесь у нас уже идет вид на море, здесь у нас рядышком резиденция Владимира Владимировича Путина, и можно, конечно, вот тоже судить по этому дому, да, это у нас Бочаров ручей первый. Цены довольно-таки высокие, цены дорогие, и все равно тут остались только большие квартиры. Все маленькие квартиры, которые были там 50 квадратных метров, 45 квадратных метров, они все раскуплены. На этом, на втором доме, да, Бочаров маяк. Давайте я тоже вам покажу, как это все выглядит. Эксплуатируемая кровля. На данный момент сейчас все квартиры в продаже имеются. Что еще здесь хорошего, что такого интересного? Если вы берете второй этаж, то вам терраса дается в подарок. Тоже большой плюс. Хорошая терраса, где вы можете выйти, там, не знаю, там, посадить цветочки, еще что-нибудь. В общем, все супер, все классно. Опять же, в этом доме у нас получается паркинг идет в два уровня. Есть у нас в цокольном этаже паркинг, и у нас получается в подвале. Я не знаю, что вам еще здесь хорошего такого показать. Ну, дом супер, дом с документами.
вся сумма в договоре. И я могу сказать, что они не так долго будут держать эту цену, как показывает практика. Осенью у нас все цены становятся выше, выше и выше. Поэтому, если вдруг кого-то заинтересовал данный жилой комплекс, обращайтесь, могу помочь дистанционно оформить всю сделку. За вас схожу и в Росреестр, и все мы с вами сделаем. Вот примерно это выглядит вот так вот. Ну а теперь давайте мы с вами поднимемся, еще попробуем на крышу и посмотреть, что же там все-таки происходит. Теперь еще раз покажу вам парковку. Даже это не парковка, это, скорее всего, продажи гаражи, в которых при желании жить можно. Цена 1,5 миллиона рублей. Ну а теперь всем пока. До встречи. Ну и давайте продолжим. Все-таки я забрался на крышу, все-таки смог я взять и сюда пробежать, добраться. Сразу скажу, крыша у нас идет эксплуатируемая. Смотрите, везде у нас имеется толстый такой безопасный, толстое безопасное стекло. И теперь отсюда мы прям все посмотрим, что же у нас здесь есть и как есть. Здесь у нас предусмотрены, соответственно, душевые кабины. Здесь можно принять бассейн. Конечно, бассейн — это громко сказано, но в любом случае давайте я вам покажу. Здесь уже имеется водичка. Я уже даже думаю, что здесь кто-то принимает. Это у нас джакузи такие хорошие, полноценные. И на самом деле, я думаю, вашим детишкам, да и вам будет очень приятно взять здесь, провести под знойным солнцем, не знаю, там пару часиков. Здесь у нас все сделано очень хорошо, добротно. Чувствуется, что для безопасности своих жильцов позаботились на славу, да. Ну и вот здесь у нас имеется еще, так скажем, свободное место. Я думаю, что здесь, скорее всего, тоже у нас появится какой-либо бассейн, да, или еще что-нибудь. Душевые тоже будут. Здесь вид, конечно, просто потрясающий. Здесь у нас вид идет на резиденцию Путина. Здесь же у нас идет обзор панорамный на весь район, который называется у нас Новый Сочи. Вот так вот. Ну и давайте мы с вами поднимемся выше еще, посмотрим, что же здесь такого есть интересного. Здесь еще, конечно, лестница не доделана, поэтому идем мы с вами аккуратненько, чтобы, не дай бог, не повредить себе ничего. И вот, да-да-да, все верно говорите. Вот он, вид, то, за что сюда переезжает в этот славный город Сочи. И вот здесь наверху, такой маленький сюрпризный момент. Да-да-да-да-да, все верно. Вот он, бассейн. Вы представляете, как прикольно здесь будет отдыхать? Посмотрите, здесь даже вода есть, уже функционирует. Я думаю, здесь кто-то уже купался. Вот она, водичка, да, пускай там она грязная, пускай там сейчас за ней никто там не ухаживает, но дом-то еще пока не жилой. Поэтому за 69 тысяч рублей за квадратный метр взять себе жилой комплекс. Там, где у вас будет свой персональный бассейн, дом бизнес-класса, дом полностью сдан, ипотека, военная ипотека, Сбербанк, ВТБ, да без разницы какой банк, просто берете и покупаете. Район Новый Сочи, да, есть определенные минусы, до остановки здесь идти, блин, 500 метров, но большинство здесь, конечно, покупает, у кого имеется своя машина, это первое. Второе, я думаю, что, скорее всего, когда эти дома заселятся, да, у нас тот же самый жилой комплекс «Шоколад», да, вот он, вот так вот он выглядит. Рядышком, да, Бочаров «Маяк-1», тут Бочаров «Маяк-2». Я, конечно, думаю, здесь продлят у нас какую-нибудь маршрутку, потому что продление маршрутного транспортного средства – это что? Все верно говорите. Это дополнительные рабочие места. А рабочие места Сочи нужны. Да, вот здесь сейчас идет, смотрите, у нас поезд. Но поезд-то не слышно. Поезд там, ну, стук есть, но он такой, постольку-поскольку. Потому что здесь, именно в этом месте, используются у нас бесшовные рельсы, чтобы не было стыка. Потому что звук обычно неприятный на стыке. Ну и вот так вот это все выглядит. Опять же могу сказать с четкой уверенностью,
что здесь вы будете в максимальной безопасности, потому что рядышком резиденция Путина, рядышком все у нас санатории ведомственные, здесь, не знаю, сотрудников ГАИ, сотрудников полиции, там, ФСБшников и тому подобное. Здесь как у дурака махорки. Конечно, плохое сравнение, но реально здесь очень-очень-очень много вот именно всех людей, которые отвечают за безопасность. И недаром говорят, что город Сочи самый безопасный город России. Поэтому, как бы, для меня тоже, например, когда я выбирал бы для своих близких, для своих родных, вот этот параметр стоял бы не на последнем месте. В целом, для отдыха я считаю, что место просто супер. Если, например, смотреть для ПМЖ, ну, если у вас есть машина, я тоже думаю, все будет хорошо. Просто когда здесь запустят, например, все-таки возьмут и сделают школу, а я думаю, школу здесь сделают, потому что район разрастается, да, то ценность этого района возрастет, и сразу квартиры здесь в округе станут в разы дороже. Поэтому, я думаю, стоит присмотреться к этому жилому комплексу. Еще раз говорю, скорее всего, другие риэлторы вам будут вряд ли его рекомендовать, потому что, ну, очень маленький здесь интерес, такой, скажем, спортивный. Но от этого жилой комплекс плохим не стал. От этого жилой комплекс все равно хороший, достойный. И по мне, лучше там, не знаю, там, с маленькой комиссией продать вот этот жилой комплекс, да, и жить спокойно, и спать спокойно, чем брать и продать какую-нибудь стройку. Я вам уже приводил пример, да, то разрешение у нас есть на стройку, потом его администрация может забрать разрешение, потом обратно дать разрешение, потом обратно забрать. По мне, лучше вот так вот продать и жить спокойно, и при этом, чтобы мои, так скажем, покупатели меня только благодарили. Ну и здесь, смотрите, чтобы вам было легче сориентироваться, как раз вот здесь у нас санаторий «Салют», да, здесь до пляжа Санта-Барбара на идти всего лишь 12 минут, вы понимаете, 12 минут, и вы находитесь на пляже Санта-Барбара, пешочком, спокойно, не напрягаясь, ну вот как бы так вот. Ну и, наверное, все-таки надо поставить жирную точку. А точка у нас будет выглядеть так: 69 тысяч рублей за квадратный метр. Это видео опубликовано 25 августа, чтобы, если вы, например, 1 сентября очнулись и пришли, и здесь цена оказалась на 5 тысяч рублей за квадратный метр дороже, чтобы вы не говорили, что я вор и лгун. Сейчас я вам озвучил цены, которые актуальны на сегодняшний день. Вот она, актуальная шахматка. Сегодня официальный старт продаж. Кто успеет, тот будет в шоколаде, но рядышком с шоколадом. Ну, а кто не успеет, тот купит квартиры у, так скажем, тех людей, которые здесь вложатся в ремонтик. На ремонт потратят определенные деньги. И потом уже спокойно смогут вам продать квартиру втридорога. Это то, что здесь нужно сделать до конца, там, лестничные площадки, да, отштукатурить. На самом деле это очень мало времени занимает. И я думаю, что пока вы будете делать ремонт в своей квартире, а ремонт в своей квартире уже можно делать, то здесь уже у нас все будет построено. Ну, я думаю, что примерно это у нас будет вот так вот. Здесь я, наверное, попасть не смогу. Давайте в любом случае попробуем попасть у нас, например, на 14 этаж. Может быть, получится посмотреть квартиры и оценить видовые характеристики. Постараюсь это сделать. Ну и опять же, мое мнение, в целом для отдыха хорошее место. Все-таки пока у нас все остальные двери закрыты, это, конечно, не очень хорошо, но оно и лучше. Пускай уже дома отведу, сейчас последний этаж посмотрим. Если здесь ничего нету, то будем прерывать наш эфир. И давайте посмотрим, может быть, здесь получится пройти.
Значит, так, здесь лестничный марш. Здесь не получается. Здесь лестничный марш. Вот. А здесь у нас, подсобное помещение. И здесь у нас тоже закрыто. Ну, в общем, пока не получается вам показать видовые характеристики. Ну, с 13 этажа, если вы будете брать квартирки вот на эту сторону, примерно у вас будет вот такой же вид. Извиняюсь, но пока побольше вам ничего показать не могу. Ну, а с вами был Максим, компания «Элитный Сочи». Понравилось видео, понравился видеообзор, ставьте лайк, не скупитесь. Ну, а если не понравилось или есть какие-то возражения, пишите в комментариях, мне будет интересно их почитать. А теперь пока!